каждую серию одно и то же. Вначале выскакивает пельмень, говорит поставить лайк, подписаться, там пожелать тебе приятного просмотра, приятного аппетита, потому что каждый день ты хрумкаешь, кушаешь под видос. А я просто прошу тебя поставить лайк и подписаться. Это две кнопки. От этих двух кнопок попа у тебя не слипнется. Ну, если что. Короче, ладно, что-то я разбомбился. В общем, желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита. Ну, а мы начинаем. Ой, ну, ладно, Юля, если что там, звони, пиши. Заеду за тобой, заберу, еще раз фильм посмотрим. Да, хорошо. Ну, так, все, покедова. Давай, чао. Пока-пока. Ну, вот это да, фильм, конечно, слушай, классный Паш, был. Слушай, ну, я тебе говорю, все-таки нужно ее поменять. Мне кажется, она уже скучная, надоела, старая совсем стала. Давай это, выбросим ее и новую найдешь себе, купишь. Что? Ты что, пакетный ЖПМ? Офигел? Чего? Ты как про Юлю говоришь? Я не буду... Чего? Про какую Юлю? А? Я тебе про машину говорю. Старая машина стала. Надоела всем, наверное, уже. Одна и та же. Сколько ты ей ездишь? Год, два, три, десять. Слышишь ты, пакетный ЖПМ? Если за Юлю я тебя только ударил, то за машину и двор я тебя асфальтом классиком перееду. Да ты посмотри на нее. Ты когда последний раз ее обслуживал? А? Масло менял, бензин там заливал. Чего? Никогда, давно. Ты дурачок, этой машине не надо обслуживания. Ты только послушай, она ревет как монстр. Врум-врум. Я на твоем месте новый уже присмотрел. Смотри, с ветерком все прокатимся. Ю-ху! Мотор! Сейчас заведу. Нет! Ну вот! А я ж тебе говорил! Менять тачку надо! Смотри, что с ней стало! Старая уже совсем дырявая! Да хватит ты! Иди в Шапаландию, блин, со своим... Старая, нормальная машина. Просто вот небольшая поломка с двигателем. Поломка! Капец машине твоей! Все! Крындыц! Трындыц! Бумбец! И сколько теперь без машины ты будешь? А? Сколько ждать, когда ее починят? Ой, да я откуда знаю? Ну, все зависит от поломки. Если что-то небольшое сломалось, то, ну, денек. А если что-то все плохо, то... Ну, тут то несколько лет! Что? Да какие несколько лет? Неделю, две? Это все нормально. BMW! Она всегда ломаться будет. Ужас какой. Иди в попу, BMW это большое му... Ой. Это большая, хорошая машина. Иди в попу. Лех, а ты посмотри. Что? Это формула. Настоящая? Да. Паша, прикольно. Паша, формула это настоящая, если она быстрее самолета 500 км в час разгоняется. Да, на таких тачках это кончики гоняют. Там большие круги. Кончики гоняют и не загоняются. Главное не перегоняться. Обалдеть. Прикольная машина, классная. Я бы хотел на такой покататься даже, честно говоря. Фиг ты покатаешься на такой. Ой. Здравствуйте. Что, заинтересовал машинка, да? Ой, да, знаете, классная, золотая. Быстро! Такая, вот цвет ей идет очень сильно. А вы ее гонщик, видимо, да? Да-да, я пилот данной ласточки. Вот скоро гонка у меня на носу. Ой, гонка! Ну, гонка это классно. Я, значит, тоже любитель погонять. Скорость, там все дела. Погонять пешком любитель. Ванна, развалюка ломается каждую секунду. Да хватит ее обзывать. Вот смотрите, вы как опытный водитель. Идемте сюда. Вы как опытный гонщик, я бы сказал. Гонщик! Вот скажите, как вам машина? Ну, классная, крутая. Ну, посмотрите. А не опасная? Нормальная машина. Ну, в целом, машина классная, спортивная. Очень круто. Вот, я же говорил. Это что такое? Это песоси, Леха. Боже, капец ему! Чё ты стоишь? Давай его это в машину быстрее прячем! Давай! Слушай, Лёха, как ты думаешь, его видно, нет? А что нам будет? Ну, немного видно, но мы его запихнём внутрь, переберём в машину и увезём в лес. Ну, там уже закопа... Ой, здравствуйте! Добрый день, я представитель Феррари. Я ищу своего гонщика Дэниела, вот, видели такого? А у него эта машина, Формула-1 еще, мы его ищем. Ладно, слушайте, тут такая ситуация получилась. Да, ситуация, он уволился, этот гонщик уволился, мистер. Что? А взамен вот у нас есть свой гонщик, обалденный, крутой. Что? Эх, Дэниел, самый лучший гонщик из всех. Столько наград получил и ушел. Странно. Столько, да, реально много. Ой, да вы знаете, тот гонщик фигня полная.
вот наш настоящий профессионал, лучше всех гонщиков, даже пешком кого угодно обгонит. Да. Любую формулу. Ну да. Слушайте, точно. Ребятки, точно. Просто у нас на носу гонка против компании Mercedes, и мы должны показать то, что наши Феррари лучше. А ваш гонщик точно сможет подготовиться за 3 дня, а? Что? Три дня? Да расплюнуть! Мы за один день подготовимся и управимся! Вот отвечаю, дайте один день, мы все сделаем и выиграем эту гонку! Какой один день? Ну что, погнали! Стой! Все, мы в жопе! Ну, вот и машина, на которой ты будешь гоняться и побеждать! Главное только объехать компанию Mercedes и первое место занять. Леха, ты с дуба рухнул? Я не знаю, как этим управлять. Я не гонщик Формулы-1. Может, откажемся? Ну, пожалуйста. Нет, ёлки-палки, у тебя самый лучший тренер будет. И знаешь кто? Это я. Что? За 3 дня тебя обучу. Будешь как вишенка, как изюминка на торте. Или как клубничка, как там говорится. Леха, тебе солнце на пакет не напекло? Какой тренер? Ты тоже не знаешь, что такое. Все, нам хана. Я на картинке смотрел. Самый лучший тренер буду. Ой, соперники приехали. Ой, это Мерседес, да, который... Здравствуйте, сэр. А мы с вами соревноваться скоро. Да вы даже на гонщиков не похожи. Пока, лузеры. Сам лузер! Слышал? Он тебя обозвал, Паша! Все, ты должен замотивироваться! Ты теперь должен показать, кто тут крутой самый! Я самый лучший! Я быстрый! Я гонщик Формулы-1! Правильно! Что? Газуй давай! А как рулить-то? Что там? Проблемы? Тут очень много кнопок, я ничего не понимаю! Ой, да главное в педаль жми! Есть! Ну, ладно! Давай! Боже мой! Как этим управлять? Ого! Леха! Ну что, получилось? Мы не победим на такой машине! Ой, не-не-не-не, я не буду участвовать в таких гонках! Чего? Лех, я тебе говорю, давай, ну откажемся, мы выпьем по самой да нехотим. Нет, нам просто нужен хороший механик, который объяснит, как правильно управлять и как участвовать в этих гонках, да, в Формулы-1. Какой механик, Леха, нам никто не поможет тут. Опа. Ну нет, только не ты. Я, может быть, напомню, на что мы подписались. Или, может, кто-то забыл? Это Формула-1, и нам надо победить в гонке на ней. А теперь вопрос, дамы и господа. Хоть кто-то из вас управлял Формулой, а? Нет. Ну вот именно что нет, нам всем трындец, нам всем капец, это песосик. Да ты успокойся. Все нормально. У нас вообще целая команда есть, крутая. Я, например, самый лучший тренер. Ты крутой гонщик. Что? А еще у нас вот есть, кто это? Механик. Механик есть, да. Видишь, в команде. У тебя что, в пакете обезьянка застряла? Какой механик, какой тренер? Вы ни разу не катались на этих формулах. Вы не понимаете, что это такое? Это гонки. Мы, блин... Все, нам хана. Ладно, всегда есть запасной план. Сейчас что-нибудь придумаем. Например, не знаю, что-нибудь придумаем. Ну вот. Вот второй механик уже сошел с ума. Встал там. Алло, обезьяна, ты, блин, непонятная, что ты встала? Что это? Так, ёлки-палки, ты давай убирай свои шоколадные медали и иди думай, как это нам победить в гонке. Ёлки-палки, так, Формула-1, так, ну, в принципе, неплохая тачка, но... Она очень хорошая. Слышишь, ты я тебе сейчас дам, Слушай, мне кажется, он сошел с ума. Итак, расскажу тебе краткий инструктаж. Запомни внимательно правила. Ага. Первое правило. Формула — это гоночная тачка, на которой по дорогам ездить запрещено. Только на гоночных треках. Итак, запомнил меня? Запомнил, учитель, все запомнил. Второе правило. Быть очень внимательным. Понял? Да, вот понял, внимательно. Формула — это самая быстрая машина, поэтому разгоняет на 500 км в час. Одно неловкое движение, можешь улететь, врезаться и взорваться. Вот так. Что? Взорваться? Я же выживу, да? Ты... Нет, не выживешь, сейчас взорвешься. Ладно. Иваныч, тебя сейчас арестуют.
Ты что тут Жигу свою реактивную? Давай уходи отсюда, давай, не мешай нам, лучше помоги. О, боже мой, какой трындец, блин. Понабрали команду дебилов. Так что же поехала? Погоди, а все-таки может... Есть третье правило, там, не взрываться, например. Нет, такого правила нету. А, ну, супер, мне, в принципе, нравится. Нравится. Точно, я забыл, еще есть третье самое главное правило. Очень важное, поэтому слушай внимательно. Сейчас не об этом. Что? Ты посмотри на этого полуфабриката. Как он... Что? Не понял? Это же невозможно! Это же даже не поддается законам физики. Как он это делает? Ого! Вау! Так ладно, а о чем мы? А, да, точно! Третье правило! Тебе нужна специальная экипировка! Ну, слушайте, экипировка мне понравилась. Цвета такие прикольные. Да и сидит она нормально. Только вот шлем жмет чуть-чуть. Вот, ну а так все хорошо. Ну да. А зачем мы сюда приперлись-то? Слушай, есть такое дело. Формула-1 — это опасная машина на самом деле. Если взорваться, можно погибнуть. Поэтому у тебя есть спецкостюм, чтобы не сгореть. Только есть одно условие. Его нужно проверить вначале на огнеупорность. Стой! Боже, я горю! Боже, хватит, хватит! Подождите, я горю! Боже, помогите! Потушится точно! Ребята, что вы стоите? А я откуда знаю? Я горю! Я не хочу быть шашлыком! Я-то надо, я не душите! Точно, он в машине! В машине, не душите! Вы ушлёпки, что вы стоите, принесите? Да лежи! Не тушите! Ща я тебя потушу! Вот так вот. Тушим, тушим. Вау, Леха, ты только посмотри, сколько зрителей пришло поглазеть на нашу гонку. Да, блин, как это классно. Будет великая битва брендов. Мерседес против Феррари. Да, мы победим этот Мерседес и победим его вместе, ведь мы команда. Да. Ну типа да. Ну типа круто. А, ты посмотри. У Мерседеса там целая армия, блин, механики. Да ты чё? У нас тоже есть механики. Ну как, один. Это ты называешь механиком? Просто мужик в трусах, с бананом в руках. Ну, сойдет, сойдет. Ты знаешь, Паш, это иди садись в формулу, готовься. А мне надо в туалет надо бегать срочно. А, ну ладно, туалет это важно, то давай. Обшикаешься, это будет плохо. Эх, здравствуйте, представительство. Ну что, я вас не подведу. Гонка скоро начинается. Ой, мальчик мой, я уверен в твоей победе. Ты, главное, разнеси Мерседес пух и прах. У них там вроде новый водитель, так что, я думаю, будет легко. А, ну ладно, я его размажу. Ой, ну Лёх, что, Паша, готов в гонке? Ты чё вырядился? Саша, ты почему ты в гоночном костюме? Ну тут такие дела, слушай, мне предложили денежку небольшую. Ты за Мерседес играешь, ты новый гонщик. Ну да, да. Слушай, большие деньги предлагали на самом деле, поэтому вот. Я согласился. Сегодня будем друг против друга. Желаю тебе удачи. Опа! Жмых ты недоделанный. Ну ладно, удачи желаю только неудачникам. Пора его сделать сейчас. Сейчас. Иваныч, пожелай мне удачи. Сегодня будет великая битва. Ой, вы посмотрите, едет там на своем Мерседесе. Предатель, блин, какая-то. Чего? Да мы деньги заработаем, зато кучу. Ага, кучу денег, блин, лучше бы мне помогал, а не на Мерседес работал. Ну, тогда я-то сейчас заработаю, если я выиграю. Ой, конечно, не выиграешь пока. Выиграю. Лузер. Это еще не гонка, еще не поздно. Ну и ладно, у меня все равно лучше тачка, мы это знаем оба. Так что ты проиграешь. У меня лучше, у меня быстрее. Конечно, конечно, быстрее. Дамы и господа, вы ждали эту гонку. Феррари против Мерседеса. Я тебя порву, как тузик грел, ты меня понял? Главное не водитель, главное машина. Ага, лошадра. Что? Дидон, свалил отсюда. Это не гонка на мопедах. Дамы и господа, в это невозможно поверить, но на трассу добавляется третий участник. И мы проверим, кто из них будет быстрее. Раз! Подготовиться. Два. Да, готовы. Три. Давай. Быстрее. Я буду первым. Я лучше. У меня формула быстрее, чем у тебя. Она мощнее. Главное, водитель, а не формула.
Ага, пока, водила, удачи тебе. О, не буду дорога. Сейчас, так, ну-ка, ускорение. Я второй. Я последний, пока что, ну сейчас буду первым. Пока, толстопопик. Так, все, быстро. Я выйду с трассы. Так, а Феррари круче, чем Мерседес. Ой, так, тут поворот. Ёшкин, матрёшкин. Так, ладно, сейчас. Давай, формула ускорения. Я этого жмыха догоню. Покедова. Ладно, быстро. Лошара, Феррари круче. Я тебя отомщу. Что? Конечно, мои будут деньги, мои. У меня лучше тачка, смотри, я быстрее, чем ты. У меня быстрее, давай. Ну, сейчас. Давай, скорости, ускорение. Ты проиграешь, Паша, сдавайся. Что? А? Так стой! Так давай! Чего? Лёх? Он на какой скорости летит? На космической? В смысле? А как? А всё? А мы проиграли? Походу, да! Ой, вы посмотрите! Выиграл он гонку Формулы-1! Радуется, статуэтку целует. Какаха. Офигевший вообще. Это вообще-то наша статуэтка должна была быть. И деньги наши должны были быть. Точно, вот. Мы их заработали, честно. Ушлепок. Кто он после этого, Леха? Он, усатый морж. Вот так ему и надо. Можно, конечно, пожестче, но вот он реально ушлепок, вообще офигевший. Правильно. Предатель, импостер. Как мы проиграли-то в этой гонке? Трындец, Формула-1, вроде быстрые тачки. А мы проиграли. Еще в команде в нашей был. Да. Взял, предал нас. Стоп. Ушлепок, ты не в нашей команде был. Ты перешел в другую. Паша, тебе показалось это? Тебе... Приснилось! Стой, какой приснилось? Ты иди сюда! Сейчас получишь по жопе!